Отдых-пауза – это метод силовой тренировки, при котором вы делаете упражнения с тяжелым весом до отказа мышц. Затем отдыхаете 20 секунд и продолжаете работать таким образом, пока не выполните все запланированные повторения. По сравнению с обычными сетами, с долгим отдыхом, такой вариант уменьшает время занятий где-то на 85%. Лучше нагружает мускулы и обеспечивает им хороший стимул для роста. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!